Уважаемые телезрители, здравствуйте! На территории Российской Федерации находится более 100 заповедников, и один из них, а именно Богдинско-Баскунчакский, в Астраханской области, более того, в Ахтубинском районе. Сегодня у нас в студии директор государственного природного заповедника Богдинско-Баскунчакский Глаголев Станислав Борисович. Ну и здесь, соответственно, говорить мы будем о нашем заповеднике. Вот, кстати, Станислав Борисович, в каждом ли регионе есть заповедники? Более 100 в России, а у нас 89 регионов. Ну, во-первых, здравствуйте, да, вот, и во-вторых, скажу действительно ваш вопрос, что, так скажем, не каждый субъект Российской Федерации, да, у нас их там более 80, может, ну, не то, что похвастаться, может быть, это неверное слово, но сказать, что вот у них на территории, на территории субъекта есть федерального значения опыты особо охраняемой природной территории, как в виде заповедника, допустим, категории заповедника. Вот если, допустим, взять наших соседей поблизости, Волгоградскую область, да, то на территории Волгоградской области, хотя она и в два раза больше Астраханской области, но отсутствует ОПТ федерального значения. У них есть природные парки регионального значения, а вот что касается федерального значения, там такие территории отсутствуют. Угу. Вот, поэтому, конечно, есть субъект Российской Федерации, где, опять же, в зависимости от площади субъекта Российской Федерации, есть и по 3, и по 4 особо охраняемые природные территории. Вот Астраханская область входит как бы в один из таких субъектов, где находятся 2 заповедника федерального значения. Это наш Богдинско-Баскунчакский заповедник и низовье Волги, это Астраханский заповедник. Вот Ахтубинское телевидение существует уже 27 лет, и на заре этого телевидения, я помню, не было такого заповедника Богдинско-Баскунчакский. Все знали, что есть гора Багдо, и люди могли свободно туда приехать. Даже парапланеристы занимались этим спортом. Очень удобная территория была. Вот что была за необходимость создать Богдинско-Баскунчакский заповедник? Если вам 27 лет, то и, так скажем, особо охраняемой природной территории, которая была сформирована вокруг озера Баскунчак, в окрестностях озера Баскунчак, и тоже 27 лет, даже 28. Дело в том, что начало, так сказать, создания заповедника положил региональный заказник, тоже с этим же названием, Богдинско-Баскунчакский. То есть в 93 году, в соответствии с постановлением главы Астраханской области Гужвина Анатолия Петровича под номером 196, был создан заказник регионального значения, куда вошли территории, прилегающие к озеру Баскунчак, само озеро Баскунчак, гора Багдо, зеленый сад, как мы сейчас его называем, бывший Крапо, все его знают, да, лесомелиоративная станция имени Орлова. И вот как раз, вот я сейчас повторюсь, в 1993 году был создан заказник. А в дальнейшем уже, в ноябре 1997 года, из части территории заказника регионального значения создан был федеральный заповедник Богдинско-Баскунчакский, уже тоже, ну, уже федерального значения. Вот. Что это послужило? Чему это послужило? Ну, во-первых, все-таки в связи с тем, что мы федеральная структура, это финансирование федеральное. То есть уже как бы область от себя немножко отдохнула, то есть не от себя отдохнула, а, скажем так, что финансирование, обременение, да, обременение там содержать территорию большую уже как бы взяла на себя федерация. Вот. Поэтому у нас сейчас около 40 человек работают, финансирование, естественно, у нас бюджетное, министерское. Вот, федеральный бюджет, поэтому как бы вот одним из таких вот критериев, что вот экономика, так скажем, да. Вот, второй момент, это действительно уникальный природный объект. Дело в том, что все-таки, когда территория относится к федерации, ее и охранять легче. Вот, почему? Потому что все-таки субъект может вносить какие-то изменения, и, допустим, что-то где-то не понравилось субъекту, какие-то там постановления вынести новые, да, там что-то где-то. Вот. А когда уже федерального значения территория, вот, тут уже решает федерация, и те федеральные законы, их и все должны соблюдать, конечно, вот, но уже, так скажем, все-таки давление какого-то на нас оказать, такого большого, так скажем, да, уже нельзя. Потому что если мы соблюдаем что-то, какое-то законодательство, вот, или там что-то, какие-то изменения вносить, как, допустим, можно внести изменения там, в природный парк, как сейчас в Баскунчакске, можно изменения внести было, допустим, вот, в заказник, тоже Богдинско-Баскунчакский, который до нас был, то есть изменять территорию глава города, глава субъекта мог, то в настоящее время все, то есть только через постановление правительства Российской Федерации.
А добиться постановления Российской Федерации, чтобы изменить территорию, это уже невозможно. Даже губернатору не под силу. Да, это не под силу губернатору, потому что это уже решает действительно правительство Российской Федерации. И, конечно, в нашей жизни возникали сложности, вот я по работе, да, вот, когда там пытались и территорию, там вот вы не даете выпасать, вы не даете это, какие-то были там... Вот когда... раньше пасли, и все нормально было, вот, да? Почему сейчас нельзя? Да, ну, дело в том, что раньше пасли, и все нормально было. Тут тоже сказать как. Дело в том, что люди стали более мобильные. Вот. Если, допустим, я помню 2000 год, раньше нас посещало там, ну, 300-400 человек, то в этом году нас уже пустило более 20 тысяч человек. Вы представляете, что если, допустим, не иметь охрану, не, людям некоторым, конечно, как бы обижают, что им указывают, как ходить, где ходить. Да? Но если что мы это, есть определенные маршруты. Да. Вот, я хочу туда, я хочу сюда, но мало ты куда хочешь. Там. Дело в том, что мы должны, помимо того, что как бы развитие туризма, наша задача основная – это еще сохранение биоразнообразия, которое есть. И поэтому у нас там есть, где животные находятся, да, место обитания. Степное там. Биоразнообразие, подчеркнем, потому да, что многие люди скажут, да что там в степи-то есть, да, какое разнообразие? Тем более оно ранимое, степное, как раз тут степное наиболее так подлежит, если, допустим, какие-то изменения происходят, они негативные. Поэтому некоторые тоже говорят, ну что вы там охраняете? Да? Ну вот простой пример. У нас, допустим, 26 видов птиц, значит, которые занесены в Красную книгу Российской Федерации. Вот. Угу. У нас сейчас, допустим, вот в том году было массовое захождение на территорию заповедника. Это сайгак, он тоже в Красной книге Российской Федерации. Именно волго-уральская популяция казахская, с Казахстана. Вот, и доходило там до 6, до 7 тысяч. И, вот, и как вот, к сожалению, как показала практика, были случаи продажи сайгака, вот, то есть мяса сайгачи, вот, ходило так вот, ну, как доказать мы не можем, да, но вот слух идет, что там мясо продавали, тут мясо продавали. То есть человек, видите, что если бы мы не охраняли территорию, я понимаю, что это не на нашей территории происходил там забой или что-то, ну, да. Это понятно. Почему? Потому что у нас очень хорошие отношения с пограничной службой, мы совместно выезжаем, мы с оружием выезжаем, поэтому на нашей территории, конечно, это не будет происходить, но... С животным, ну, же не скажешь, что зайди туда, и заповедник, это же не как колючая проволока, допустим, да, закрытая территория, как вот, допустим, мы, показывают нам, ну, иностранные фильмы, допустим, Африку, да, у них там действительно загорожены эти саванны, там у них загорожены, там, если человек зашел на территорию саванны без документов, за колючую проволоку, да, его, его просто расстреляют и все, то есть у них там очень строгие, и, естественно, и браконьеры тоже, конечно, там жестко себя ведут, вот, и... У нас такого нет. То есть животное может гулять где угодно. Естественно, за пределы территории, если оно зашло, особо охраняемое, мы уже как бы там не властны что-то там кому-то говорить или что-то предпринимать. Вот. Поэтому, конечно, случаи бывают такие, что вот как вот показал тот год, что мясо продавали. Как нам сказали, что в верхнем Баскунчаке, в нижнем Баскунчаке. Поэтому, если мы не будем сохранять, но при таком количестве населения, которое сейчас у нас посещает, но это будет все уничтожено и все. Вот. Те же растения, те же виды птиц, потому что каждый человек любопытен, и вот если он видит там гнездо вдалеке, ему надо обязательно подойти туда, хотя ему говорят, что нельзя подходить, да, там гнездование идет, там птицы. А если человек подошел, птенца взял на руки, птица уже к нему не подойдет. Ну вот так может обернуться обыкновенное человеческое любопытство. Да, обыкновенное человеческое любопытство, оно может разрушить какое-то место обитания какого-то тела-либо животного. Ваш заповедник является государственным, природным, а в последнее время еще и биосферным. Вот скажите, пожалуйста, что это такое биосферный заповедник? 13 сентября 2021 года мы вошли во всемирную сеть биосферных резерватов, так называемых. Потому что, допустим, за границей понятия заповедника такого нет. Вот, там есть резерват, природный резерват. И вот как раз есть всемирная сеть биосферных резерватов, куда мы вошли под номер 48. То есть в Российской Федерации, это 48 в Российской Федерации. Конечно, биосферных резерватов много там и в Китае, там и в других странах. Вот, но в Российской Федерации мы под номером 48. То есть это говорит о значимости нашей территории, да, потому что вы только подчеркнули, что заповедников более 100. Вот, и не каждого принимает туда, в эту сеть. Вот, а суть данного вопроса в том, что это есть программа ЮНЕСКО, «Человека-биосфера», где задача вот показать как раз, что вот, можно взаимодействовать спокойно, там, благоприятно как природе человека и
допустим, с помощью какой-то деятельности человека, наоборот, сохранять природу. То есть как раз вот мы должны взаимодействовать с местным населением, чтобы как бы не ухудшать и их быт, условия, которые они там привыкли, да, и в то же время не нарушать законодательство о охране природы. То есть вот это основная суть. И биосферный резерват, он подразумевает не только, допустим, часть нашего территории заповедника, туда вошла и часть территории Нижнего Бускунчака, естественно, часть природного парка Бускунчак. То есть как бы биосферный резерват, он не имеет конкретных границ. Да, гектары определены, то есть, допустим, площадь такая-то, да, вот у нас там 55 тысяч гектаров, вот, но входит как раз вот несколько территорий. И в биосферном резервате тоже различаются, так скажем, территории, где строгий режим охраны, где нельзя находиться никому, да. Допустим, там территория развития туризма, так, буферная зона, так скажем, и хозяйственная зона. То есть где вот мы должны совместно с местным населением там развивать какие-то, ну, народные промыслы, допустим, или там их, как вот они там выпас скота осуществляли, то есть выделять места для выпаса скота, там, для, допустим, пропашки чего-то там и каких-то культур и насаждения. То есть мы это должны как бы вместе с населением это все думать, как это все сделать, чтобы и природу сохранить, и в то же время войти как бы в развитие экономического региона. В материальном плане заповедник что-то будет иметь? В материальном плане нет. В совершенно материальном плане мы ничего иметь не будем. Дело в том, что как раз заповедник в материальном плане дает области финансы. Я вот объясню, даже вот мне как-то задавали вопрос, да, вот я повторюсь, вот в чем суть заповедника. Я сказал, как экономическая составляющая, так и природная, да. Но природная — это понятно всем, там птичек, там животных охраняем, все хорошо. Вот. А что касается экономической, вот, допустим, с федерации приходят средства, да, то есть нас содержать. Вот, это около 12 миллионов рублей. В год? Вот, в год, да. То есть это на содержание, на зарплату, то есть 40 фактически человек обеспечены работой, тем более в наше время, да. Вот, это первый момент. Второй момент, мы платим налоги. Вот, то есть это и подоходный налог здесь остается. Плюс вот в этом году мы только заплатили 700 тысяч налог на прибыль. Вот. А это все местные бюджеты. Вот. Плюс налоги на имущество. Вот. И все это как бы субъект тут никакого не принимает, ну, действия, так скажем. Все это идет с федерации. То есть это все остается в субъекте. Плюс мы привлекаем средства спонсоров. Вот, допустим, в 2018 году мы построили визит-центр. Это чисто деньги спонсора «Волмы», 4,5 миллиона, которые дало на строительство вот этого центра. Вот. И пишем гранты. Вот, допустим, в этом году нам был выделен грант на 600 тысяч рублей для тех же сайгаков. Вот, по охране этих сайгаков, там поилки, устройства. Ну, по телевизору показывали, как тут мы поилки делали. Да? Вот, то есть на мероприятие, на сохранение этого вида, и чтобы у нас осталось. Мы, конечно, думали, что у нас в этом году он останется весной, потому что он вплоть был до марта месяца этого года. Вот как он пришел в июне 2020 года, и до марта месяца он был 2021 года здесь, на территории заповедника. Но, к сожалению, потом, видать, миграционные пути, это вид миграционный, и вот он ушел опять в Казахстан. Но в этом году он в августе опять пришел. Но уже не в таком количестве большом, продержался месяца два и опять вышел. Вот, потому что какие причины здесь, ну, не хочет он здесь достаиваться, оставаться, ну, это другой вопрос, вот, потому что, может быть, там и... Ну, зачем-то все-таки приходит. Но это, да, миграционные пути у него были, вот, то есть он, может быть, там ищет новые пастбища, может быть, как раз он подходит соли поесть, так скажем, к озеру Бускунчак, да, солончаки, потому что они тоже должны кушать соль немножко, все дикие животные. Вот, поэтому что там влияет, не знаю. Но сам факт, то, что вот мы получаем грантовскую деятельность, из-за грантовской деятельности получаем деньги, мы получаем с федерации деньги, мы сами зарабатываем. То есть фактически для региона, как экономическая составляющая, заповедник — это все-таки выгодно. Выгодно, да. Потом, что вот вы, как вы спросили вопрос еще, да, какая выгода. Ну, для нас выгода какая выгода? Дело в том, что теперь Астраханская область, Ахтубинский район, вот штаб ЮНЕСКО, он находится в Париже. Вот. И теперь вот как раз там есть галерея биосферных резерватов, да, и мы уже там представлены, как Астраханская область, Ахтубинский район,
Ну, угу. Правда, Биосферный называется гора Большой Багдо. Угу. Потому что для иностранцев, так оказалось, выговорить Богдинско-Бускунчатский сложно. Это и для нас не всегда легко. Для нас сложно, да, это для нас легко. Поэтому решили назвать Биосферный резерват гора Большой Багдо. Называется так. Вот. И как бы мы представлены на таком международном уровне. Это для Ахтубинского района, я думаю, значимо. Была информация в интернете, я думаю, что ахтубинцы читали, что суд с Руссолью по поводу снесения дамб, ну, было вынесено в пользу Богдинско-Бускунчатского заповедника. Вот что это за история и уже можно ли поставить там жирную точку? Нет, жирную точку, я думаю, поставим мы не скоро. Это будет так и продолжаться. Действительно, ну вот как есть фильм «Большая перемена», да, тут в школу ходишь, ходишь, а потом бац, вот так и тут мы тоже не ожидали, откуда прилетит. Вот действительно в 2020 году, в декабре 2020 года общество с ограниченной ответственностью «Руссоль» подало иск на заповедник с требованием снести плотины, ну их разные, давайте будем называть гидротехнические сооружения, да, потому что кто-то их по-разному называет дамбы, плотины, и действительно, в суде то плотина звучит, то дамба звучит. Все это гидротехническое сооружение установлено на... Ну, понятие Горькая речка — это все-таки большое понятие, это балка. Балка Горькой речки. Вот в этой балке были установлены плотины, так скажем. В каком дамбы. Году? К сожалению, не установлено в каком году. Ну, хотя бы, да, что это, сколько лет? По нашим данным, это 70-80-е годы. Угу. Она даже не по нашим данным, а, так сказать, до судебного решения еще генеральный директор Черный Сергей Васильевич, да, вот это ООО «Руссоль», обращался в Министерство природных ресурсов, в мое непосредственное руководство, с просьбой снести плотины. Не только эти плотины, потому что там около 30 плотин этих дамб гидротехнических сооружений. Около 32. Вот. Они разбросаны по всему периметру озера Бускунчак, по всем балкам. И задача, цель этих балок, гидротехнических сооружений была в том, чтобы защитить озеро от так называемых терригенных осадков, сносов. То есть озеро, оно же находится как бы в ложбинке. Вот. И поверхность, которую озеро окружает, она стоки идут, да, и вот чтобы не было грязи в этой вот терригенной, так называемой, осадке, чтобы не было грязи вот этой, поэтому вот эти плотины, дамбы, их построили на Чуть ли не полвека назад. Да, началось все это с 31 года. Да, и началось все это с 31 года, когда было принято решение Владимирского районного исполнительного комитета в 31 году о создании санитарной защитной зоны озера Бускунчак. То есть в 31 году, вот мы говорим, когда началась природоохранная деятельность, да, фактически природоохранная деятельность началась с 31 года, потому что создали санитарную защитную зону озера Бускунчак. Для чего? Чтобы не было каких-то там иных промышленных предприятий, чтобы как бы воздействовать на озеро Бускунчак, сохранить это озеро. Вот. И вот с 31 года 80 лет прошло. Да, с 31 года стали устанавливаться дамбы, плотины. Но помимо того, что стали устанавливаться это гидротехническое сооружение, при комбинате Бассоль, он так раньше назывался, комбинат Бассоль, имени там, ордена имени Владимира Ленина, да. Вот, еще был цех лесомелиорации, который занимался не только сохранением этих плотин и дамб, да, вот, но еще и лесопосадками. То есть задача была, чтобы меньше ветров тоже пыль сгоняла в озеро Бускунчак. И вот даже вот я смотрел ваши там передачи, ранние передачи, ну и вы замечали, что большие наносы на озеро Бускунчак там в 1,5-3 километра от берега так в озеро Бускунчак уходят. Да? Вот. И чтобы вот этого не допустить, чтобы чистая была соль, вот как раз эти мероприятия проводились. Потом какие-то дамбы, они, естественно, устарели, плотины, да, какие-то были разрушены, потому что действительно те годы, ну, кто старшее поколение помнит, сколько было снега, дождей там, да, вот, и поэтому, естественно, происходили разрушения. Какие-то дамбы, плотины восстанавливались, вот, какие-то не восстанавливались. И вот как раз при обращении, повторюсь, генерального директора «Руссоль» министерства, он там и указывает в своем письме, что эти плотины были, дамбы, построены в 70-х годах, и по словам так, местных жителей, для, ну, там, водопоя скота, так скажем, это вот в его письме приводится, водопоя скота, и для каких-то там охотничьих угодий.
вот так он выразился в своем письме. То есть он подчеркивает, что в 70-х годах. Потом существует диссертация 10-го года Зеленковского, это Санкт-Петербурга. Эта диссертация была написана по работам 2004-2007 год. На озере Баскунчак работало три института. Это институт геологии, институт земной коры и Санкт-Петербургский институт. Вот, которые изучали как раз это озеро, там все движения, подвижки, откуда соль образуется. То есть была трехгодичная комплексная работа. И вот по выходу этой трехгодичной комплексной работы в 2010 году была написана диссертация, и на странице 40 эта диссертация указывается, когда он там приводил, у нас же там не один водоток Горькая речь, там еще водоток, Лан-Блэк, есть там Северный ручей, то есть много ручьев. Всего в озеро, так скажем, 25 родников находится на территории озера Баскунчак, вот, поэтому там есть другие балки, которые дают исток. Вот. И тоже в этой диссертации написано, что она в 2004-2007 году, когда проводилась работа, Горькая речка не рассматривалась как водосток в связи с тем, что в 80-х годах, то есть приводится в этой работе, что в 80-х годах она была перекрыта дамбами, плотинами. Вот. Поэтому эти сведения есть. Но самое главное то, что вот цель-то Руссоль, когда она подала, она пыталась их признать самовольными. Угу. Вот. То есть это как бы самовольные. Но дело в том, что есть решение Высшего арбитражного суда 2012 года, одном из тоже из каких-то там дел судебных, где была поставлена точка, все, что сделано до 1 января 1995 года, нельзя признавать самовольными строениями. Угу. Вот. А в иске как раз Руссоль стоит, что это самовольно. Вот. И как раз-то тоже как бы их была цель, что доказать, что как бы это вот было создано вот эти плотины. То есть раньше о них не знали, что это вот заповедник или заказник там, ну, выходит оттуда, из их, так сказать, из представителя, когда представитель Руссоля был в суде, вот он как бы дает намек, то есть он не говорит, что вот именно заповедник и заказник построили, да, потому что я же сказал, что заказник был в 93-м году создан. Mm-hmm. Вот. И они как, что это вот кто-то создал. Но кто? Не могут разобраться, не могут понять, кто же это создал, эти плотины. Марсиане там прилетели или кто-то еще, да? Поэтому точку мы здесь сейчас еще рано ставить, потому что все-таки это первая инстанция судебная была. Сейчас будет апелляция. Уже Руссоль подала жалобу на решение первой инстанции в Саратовский 12-й апелляционный суд. Вот. Поэтому там будет назначено судебное заседание. Как оно пройдет, куда оно пройдет. Единственное, конечно, однозначно, что и они, и мы будем идти до конца, потом кассация, потом еще дальше, дальше, дальше. Вот. Но самое главное, мы все-таки, как я считаю, защищены законом. Вот каким законом? Законом об особо охраняемых природных территориях. Где, сказано, где нельзя ничего строить, да, ничего где рушить. Нельзя, да, где нельзя ничего строить, ничего рушить, поэтому мы в своей доказательной базе говорили, что их нельзя признавать самовольными. Явно, что их построил комбинат «Басоль». Потому что, ну кто еще? Потому что земля была под «Басолью» комбината, да? Вот. А почему нельзя было построить с 1993 года? Потому что был уже создан заказник. Вот. А согласно положению заповедника, положение заказника, оно идентичное. Запрещенное изменение гидрологического режима, запрещенное нахождение механизированной техники вне дорог общего пользования. В принципе, дорог общего пользования нет, потому что дороги общего пользования — это от одного населенного пункта до другого населенного пункта. А раз там населенных пунктов нет, значит, дороги общего пользования нет. То есть существуют такие запрещенные мероприятия, меры, которые ни заказник, ни заповедник это создать бы не могли. И сейчас как раз нас закон и защищает, потому что согласно положению о заповеднике Баскунчатском запрещено изменение гидрологического режима. А если снести плотину или дамбу, да, или гидротехническое сооружение, как мы ее называем, вот, то, естественно, произойдет изменение гидрологического режима. Вот. И потом еще как разнообразие. Естественно, да, потому что хоть и говорят, там, заповедник, там, но животного мира у нас как бы такого нету. Естественно, это вода соленая, да, горько-соленоватая, потому что называют горькая речка, почему ее называют, да, содержание магния. И, ну, птиц-то. Да, там. А в том-то и дело. Вот я хотел сказать, да, а вот что касается водоплавающих птиц, вот, и, допустим, тех же, вот у нас есть фотографии, когда вот нам сайгаки пришли, мы же сейчас фиксируем нахождение животных на территории заповедника с помощью фотоловушек.
Вот. И если кому-то будет интересно посмотреть, на сайте заповедника есть как раз вот эти снимки сайгаков, там, как они обитают, там, как между собой борются там, лисица и барсук. То есть такие есть интересные вещи посмотреть. И как раз одна из фотоловушек зафиксировала, как сайгаки пьют из этого озера, которое из-за плотины создалось. Да? То есть там создалось какое-то уже какое-то биоразнообразие, да? Биоценоз какой-то создался, который разрушать, ну, это было бы уже кощунство. Вот. И потом все-таки вот эти вот вещи, то, что вот мы говорим, что мы все-таки надеемся, что мы будем правы, вот. Но, к сожалению, в настоящее время законодательство оно тоже как бы изменяется. Вот. И поэтому, как дальше пойдет, я, если честно сказать, не могу. Покажет время. Покажет время, да, потому что сейчас помимо нашего суда, который вот Руссоль подала на нас, да, на заповедник, еще есть одно решение суда, которое уже вступило в законную силу, но приостановлено, потому что кассация была подана. Это административный иск, предъявленный природоохранной прокуратуры к администрации поселка Нижний Бускунчак. Потому что, согласно законодательству и 131 закона об самоуправлении, да, если на территории муниципального образования находится гидротехническое сооружение без хозяина, потому что все от него отказались, и Руссоль от него отказался, это не наше, и делались запросы по всем структурам, там Ростехнадзор, Роспроводнадзор, ну, все заинтересованные структуры, все говорят, что мы не знаем, чьи это. А раз они не чьи, значит, они бесхозяйные, да, получается. Вот, и поэтому, раз они бесхозяйные, значит, их на учет в Росреестр, какая она ни была там, но гидротехническое сооружение должно обязательно стоять в Росреестре. Ну да, есть объект, определенный порядок. Недвижимый объект, он должен стоять в Росреестре. И вот как раз-то вот природоохрана, прокуратура, большое ей спасибо, вот, оно как раз-то и в пользу нас тоже, и в этом суде оно тоже участвовало, в нашем именно. И вот они подали иск к администрации Непишеа, чтобы они поставили ее как бесхозяйную. Бесхозяйную, да, гидротехническое сооружение на учет в реестр. То есть это не говорится о том, что они должны себе на баланс поставить, ни в коем случае. Вот, я объясню, почему это. Вот, а именно просто единственный орган в Российской Федерации, который может подать документы, заявления в Росреестр, у нас определен муниципальное образование. Все. Это законодательство. И сейчас как раз вот первый суд выиграли в Ахтубинске, он состоялся, прокуратура предохраны. Вот, выиграли потом второй суд, апелляцию тоже признал законными первой инстанции. И сейчас вот администрация Нижнего Бускунчака подала кассацию, обжалует это решение. Вот. И вот 18 ноября в кассации будет суд, как он дальше решит. То есть обяжут ли администрацию Нижнего Бускунчака поставить это гидротехническое сооружение в Росреестр, внести документ или нет. А что так сопротивляются? Ну, на баланс, понятно, надо содержать. Дело в том, что все равно это усматривается с собой какие-то деньги. Это однозначно растрата, потому что не просто взять, так сказать, ну вот, берите, ставьте, да, это же надо изучить, это же надо какую-то экспертную комиссию, которая оценит, что это за гидротехническое сооружение, несет ли оно какие-то там чрезвычайные ситуации, да, в каком состоянии. То есть это, да, это деньги, вот, и поэтому, и, конечно, им тоже это невыгодно, потому что это все на их бюджет, вот. А потом уже, когда данное гидротехническое сооружение будет стоять в Росреестре, как недвижимое имущество, вот тут уже тогда субъект Российской Федерации, я почему говорю, что у нас не скоро это закончится, это мы будем долго-долго, уже тогда субъект Российской Федерации, а именно Министерство промышленности Астраханской области, будет решать, что с этим гидротехническим сооружением делать. Или сносить, или консервировать. Вот, то есть уже как бы на них. Потому что сейчас пока вот нас хотят обязать Руссоль, что якобы мы собственники этого гидротехнического сооружения. Они исходят из простой логики, что раз земля заповедника, территория, да, заповедника, мы находимся в оперативном управлении, территория у нас это находится в нашем оперативном управлении, а вообще это территория Российской Федерации.
Вот. Значит, Российская Федерация должна снести эту плотину. Вот. И поэтому и сами выступаем не только это, ответчики выступаем не только мы. Ответчики заповедник, ответчики Росимущества по Астраханской области, территориальное, и также ответчики муниципального образования поселок Нижний Баскунчак. Вот, у нас три ответчика. Руссо-Листец, и вот мы три ответчика. Вот, поэтому такая логика, согласно 222 там, Гражданского кодекса статьи. Вот, но единственное, там в этой статье каждый же наш интерпретирует по-своему законы, как хочется. Как повернул, туда и вышло. Как мы видим, да, вот, мы видим это по-другому, потому что ту статью, которую приводит 222, да, там говорится, что да, действительно, собственник или должен снести гидротехническое сооружение, а если собственника нет, то землевладелец, так скажем. Но опять же, это при желании землевладельца. То есть фактически заповедник должен быть инициатором о сносе данной плотины. А нам это не надо, мы это делать не будем. Ну, рано или поздно мы все-таки узнаем, чем дело закончилось. Ну, конечно. Не будем уже нашу программу полностью посвящать этому вопросу. Вот заговорили про фотоловушки, я сразу подумала, тут не менее интересная тема. Часто попадается что-то такое, что вас удивляет, радует. Конечно, да, это вот буквально фотофиксация, так скажем, да, если раньше была фотофиксация, теперь есть видеофиксация. Данные технические сооружения, они уже как бы применяются во всех заповедниках, вот, и также у нас около 25 фотоловушек стоит, этих видеофотоловушек. Mm-hmm. Во-первых, действительно, мы фиксируем те виды животных, которые раньше даже не отмечали у себя. Заповедник, он помимо охранных функций, да, как я говорил, туристической деятельности, еще и научной деятельности. Естественно, при научно-исследовательской. Да, научно-исследовательская деятельность, да. И, конечно, при нынешних зарплатах, все-таки у нас, как мы обычно привыкли, да, говорить, что зарплаты маленькие, у нас, так сказать, коллектив научных небольшой, всего 2 человека. Если раньше он ходил там в полевых условиях, да, что увидел, то и записал. А вот фотоловушка, она как раз позволяет, что стационарно стоит, животное не боится, ну и постоянно какой-то стационарный объект, и оно к нему подходит, естественно, животное. И это не как человек, потому что если человек идет, он все равно пугает. Вот. И тут мы видим... Человек еще пахнет. Человек еще пахнет, да. И тут мы, допустим, вот мы много раз видели следок кабана, допустим. Вот. А вот одна фотоловушка показала, что кабан прошел. То есть, ну, как бы никогда не видели, а вот он рядом. На территории заповедника, да? Да, куда-то он прошел, ушел и все. Вот, то есть зафиксировали, да. Потом какие-то там виды птиц тоже, да, допустим, там, вот, тоже были отмечены. Тоже вот я не зря сказал, вот, когда мы в суде доказывали, что этот водоем нужен нам, который, да, вот если сейчас плотину убрать, этого водоема не будет. И это озеро, которое образовалось, да, запруда так называемая, она необходимо. И вот нам тоже сказали, да что там необходимо, там никто из этой запруды не пьет, там никто не живет, там никто не обитает. И как раз вот фотоловушка, видеофотоловушка, и показала, что да, пожалуйста, сайгаки пьют, пожалуйста, там на территории этого запруды обитают какие-то виды птиц, прилетают там, или они не просто на гнездование, допустим, перелетные птицы. Все показало наглядно, что нет, водоем, который существует, он дает жизнь другим видам животным. Вот, поэтому фотофиксация, она же не только, допустим, направлено на изучение животного мира, но в то же время и нарушения, у нас тоже нарушения есть административного характера, да, кто-то проехал, фиксирует номер машины. Фотоловушка. Да, фотоловушка, да, поэтому, единственное, в степи ее, конечно, трудно замаскировать, все-таки степь и степь, это не лесные участки, когда там спрятал куда-то там, вот, но все равно эти фотоловушки стоят. За 20 с лишним лет было очень много сделано. Разработаны вот эти туристические тропы. Содержание заповедника – это действительно очень большая работа. А вот перспективы вообще какие? Что будет? Сохранить – это понятно. А что-то новое привнести, может, другие туристические тропы? Или конечно, какие, да. Что? Сейчас мы стараемся их сделать, чтобы были деревянные настилы, чтобы люди не ходили по земле, да, вот, чтобы не вытаптывание не происходило. Вот, какие-то площадки. Естественно, мы будем развиваться, какие-то дополнительные маршруты, потому что люди все разные. Есть люди, просто приехали, поглазели, уехали, да, ну, полюбопытствовали, там, ну, понравилось, не понравилось. Есть люди, которые
имеет какую-то вот научно-исследовательскую инициативу, да, там что-то, им хочет что-то посмотреть, что-то поизучать. Поэтому, естественно, мы будем какие-то маршруты делать именно для таких узконаправленных лиц, вот, с биологическим, так скажем, или с географическим уклоном, да. Вот. И потом же у нас не только развитие вот этого, как экологического туризма, у нас еще работа с детьми. Вот, поэтому к нам приезжают очень много детей там, с Москвы, там, с каких-то кружков, географический кружок там, или биологический кружок. Вот. Мы их тоже на территории заповедника размещаем, проводим с ними какие-то работы. Вот. И, естественно, конечно, заповедник он будет развиваться. Вот сейчас мы на следующий год там, планируем уже ну, более-менее улучшить инфраструктуру. То есть, помимо того, что у нас есть там биотуалеты, сделать вот биотуалеты, допустим, как вот по принципу железной дороги, да, чтобы там все это электричество, чтобы можно было руки вымыть. Ну, то есть какие-то условия создавать более благоприятные для посещения территории, конечно, это мы будем. Естественно, мы не будем строить какие-то там гостевые дома, вот, как некоторые заповедники делают. Почему? У нас просто это, ну, и экономически невыгодно. Почему? Потому что рядом поселок Нижний Баскунчак, вот, ну, да, и, да, принципе, и там есть много людей поезжало, есть пустые квартиры, которые там уже скупили, сдают их как гостиницы, плюс есть там санаторий, который тоже может предоставлять место жительства, да, поэтому мы просто, ну, экономически это нам будет невыгодно. Вот. Но в то же время у нас люди есть, которые привыкли так, к аскетизму, такому образу жизни, да, которые готовы пожить в палатке. Поэтому действительно мы на территории заповедника, рядом с нашими, ну, определенных местах, будем делать настилы деревянные, где человек может поставить палатку и встретить тот же рассвет на горе Багдо там или что-то еще. Я хотела сказать, что ни через 10, ни через 20 лет там не появится садов, какой-то другой растительности, потому что это степная зона. Это степная зона, это раз. Во-вторых, цель-то заповедника, он создавал, чтобы сохранить в естественном состоянии тот природу, которую получили. То есть заповедники, где, на территории которых тайга, там, конечно, леса. Есть, да. А у нас совершенно другой климат, у нас совершенно другая экосистема. То есть, в принципе, развиваться заповеднику, это не значит превращаться в город-сад. Конечно, нет, ни в коем случае. Вот, да, некоторые приезжают, вот мы даже поражаемся, вот некоторые приезжают к нам, и где у вас тут банкомат? Ну, вы ехали в степи, вы должны были понимать, что тут в селах-то редко банкомат встретишь, да? А вы хотите, чтобы в степи у вас был банкомат, да, чтобы деньги снять там или провести платеж. Вот. Конечно, мы будем стараться, чтобы инфраструктура как бы развивалась, чтобы там можно было там, ну, покушать, допустим, да, там люди могли воду купить там какую-то. Вот. Также вот мы, допустим, сейчас удар делаем на рекламную издательскую продукцию, да, чтобы там какие-то там буклетики покупать, там что-то еще у нас это все было. Вот. Поэтому, конечно, это будет развиваться. А что касается основной деятельности, у нас все-таки основная деятельность – это охрана природы. Мы не туристическая фирма, вот, mm-hmm. как некоторые путают. Вот, ни в коем случае. У нас вот, что должны сохранить. То есть наша цель – это вот, сохранение биоразнообразия. Проводим. Вот визит-центр оправдал свое создание? Экономически нет. Однозначно. Ну, да, но у нас не все в экономике, потому что... Да, не все в экономике. А вот что касается... Эколого-просветительской деятельности. Да, оправдывает, да. Потому что, к сожалению, у нас немножко подход русских, немного людей, он различается от иностранцев. Вот я бывал за границей, да. У них, прежде чем посетить территорию какую-то, человек должен пройти визит-центр. То есть они сначала спрашивают, где визит-центр. Чтобы прийти в визит-центр и узнать, что можно посмотреть. Да, да. У нас, к сожалению, не так. У нас сначала едут на гору Багдо, нам показать, а потом уже там, ну, зайдет, не зайдет в визит-центр, да? Хотя, конечно, в визит-центре мы-то и почему его делали, там у нас же не только он визит-центр, как и музей природы, вот, там же можно увидеть все те же виды животных, которые обитают в заповеднике. Мало того, что там можно увидеть палеонтологию, то есть, что там было 220-230 миллионов лет назад, эти там разные динозавры, которые бегали, да? Вот. Плюс у нас там информация по исследованию данной территории. То есть там можно очень много получить хорошей информации. Ну, я думаю, что времена меняются, менталитет, наверное, тоже меняется, хотя бы немного. Вы знаете, да, я скажу честно, то, что
если вот мы, ну, бывали с таким безобразием сталкивались, там, в 7-м, 8-м, когда начинали, то есть это вообще, это было страшное дело. Я вот гражданин Российской Федерации, и все. Вот имею где, право где, имею ходить право, куда хочу, да, куда по хочу, Российской так. Федерации. Да, сейчас таких, или, допустим, вот делаем ограждение, чтобы к скалам не подходили, да, к тем же птицам не подходили, да и даже с техники безопасности, чтобы, не дай бог, там упадешь, mm-hmm. мы же будем отвечать, вот. Все равно через эти ограждения лезут. Часто начали на ограждение писать, что за ограждение заходить нельзя, но все равно лезут, но уже мало, меньше. Вот. То есть культура растет. На этой мажорной ноте мы и завершим нашу встречу. Спасибо. Приходите, говорите, сообщайте нам новую информацию. Ну вот я и приглашаю как раз, вот, кто не может вот, физически нас посетить, вот, обязательно заходите на сайт заповедника. Он простой, просто набирайте заповедник Богдан-Баскунчатский, и сразу выйдет сайт. И сайт довольно-таки интересный, потому что там представлены все направления нашей деятельности. То есть там и научная деятельность, и околопрестительская деятельность. Там фотогалереи, там видеогалереи, да, что можно посмотреть, каких же видов животных, растений. Плюс там есть интерактивная программа посещения заповедника. То есть вы можете с виртуальным гидом посетить территорию заповедника, там все вам расскажут, то есть на сайте, не выходя из, так сказать, не сходя со стола. Отрадно слышать, что интернет — это не только всемирная помойка, как иногда называют, там еще и много полезного и интересного можно найти. Так что спасибо за информацию, всего доброго и до новых встреч. До новых встреч. Спасибо. We'll be right back.